Подняться на 20-метровую вышыню в форме ратавальника и взять майстер-класс по тушению пожару. Таким оригинальным чином супрацоўнікі МНС завершили акцию «Молодь за безпеку». Наведвальники одного из гандлёвых центров столицы вучыліся оказывать первую допомогу, спаборнічалі, кто худшее пронеться у спецформу МНС и назирали за тем, как робот змагался с полымем. Сами юные спасатели в игровой форме объясняют и детям, и родителям, как важно соблюдать правила безопасности. Ну и, конечно же, напоминают и рассказывают, как звонить правильно в службу спасения, как все-таки важно соблюдать правила безопасности в быту, что делать, если произошел пожар в квартире. В общем, основные аспекты, то, что каждого из нас подстерегает, и мы готовы и объясняем постоянно. Аматоры экстрему могли поназирать за краевидами столицы с вышини у некалькі десятков метров с допомогой вратавальной техники.